радуйся от лица люте страждущий богонос не отче Николая, алчущим боявился иси кормитель, в пучине морстей сущим изрядный правитель, недугующим исцеление и всем всяк помощник показался иси, вопиющим Богу. Аллилуйя! Нашего Николая, архиепископа мирникийских чудотворца, иго же память ныне и совершаем преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй ты, спасет нас, яко благо человеку любит. Величаема, величаема тя, святитель отче Николае, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего. Аминь.
сон, дай ему Бог здоровья и помощь во всех своих делах. И нашими скромными молитвами и подпевками, не голосом, а от души, правда? Составили праздник действительно, вот становится понятен смысл этого слова. Милости Божией всем вам, да поможет вам всем Господь Бог молитвами святаго чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских чудотворцев. Ну и я полагаю, что пользуясь случаем, раз у нас в гостях такие дивные певцы, попросим, чтобы они нам исполнили что-нибудь еще. Какое чудо, то, что нас так много и вас много. И вместе нас еще больше. В храме стало гораздо теплее, уютнее и, как мы видим, светлее. И светлее не только от подсвечников и от свечек, а от горящих и блестящих глазок. Спасибо вам огромное за то, что вы составили и подогрели наш и без того сегодня такой приличный составчик. Сегодня свое выступление мы бы хотели начать с кандака Божией Матери Всецарица. Всецарица Святий Миколаю, угоднику Божий, на Божого Сина діяннями схожі, горесть твоїм серці молитви слова, по волі Господні ти чиниш дива. Успеха и помощи Божией во всех ваших трудах. Спасибо.